прости меня за то, что передалось тебе от твоего папочки. Но я хотел ребенка. Величайший дар в моей жизни. Завтра я лечу к маме. Привет, зайка, это мама. Я звоню, чтобы сказать, что мне очень-очень-очень не терпится увидеть тебя завтра. Ты мой ангел, и я люблю тебя. Ну ладно, я люблю тебя. Пока, милый. Я люблю тебя. Ты в аэропорту? Уже еду, просто... Это ведь небезопасно, да? Что же мне делать? Я уверена, ты поступишь как надо. С возвращением. Я сбила вас на машине. Что? Кошмар. Что? Что это? Это мой маленький помощник, монитор здоровья. Грустишь от того, что едешь домой? Наверное, все кажется нереальным. Мне нужно ехать. Не думаю, что это возможно. Ты пройдешь много миль. Десятки превратятся в сотни. Сотни превратятся в тысячи. Твои приключения будут продолжаться долгие годы. Я хочу домой. Я знаю. Разорвите его! Почему вы солгали мне? Ты хочешь знать правду? Да! Все страхи Бо.